Более 300 лет назад человек впервые сел за руль велосипеда. Первые эскизы этого хитроумного транспортного средства сделал еще Леонардо да Винчи. Знал ли тогда великий гений, что в будущем велосипед станет голубой мечтой каждого ребенка? Для 12-летней Марины заветное желание сегодня станет реальностью. Свой первый велосипед маленькая покупательница выбирает со взрослой требовательностью. Ассортимент моделей настолько велик, что выбор сделать не так уж и просто. Специалисты говорят, детские велосипеды должны быть прочными, но легкими. И, конечно, в первую очередь, безопасными. При выборе велосипеда необходимым критерием является рост ребенка. Когда ребенок сидит, его вытянутая нога свободно должна касаться нижней педали. Согнутая нога не должна касаться руля. И когда ребенок стоит, то расстояние между паховой частью ребенка не должно быть меньше 10 сантиметров от рамы. Благодаря специальным регулировкам на руле и сидении детские велосипеды могут расти вместе с ребенком и способны прослужить своему владельцу 4, а то и 5 лет. Такие велосипеды хоть и считаются детскими, но с легкостью выдерживают вес до 80 килограммов. Ну а самым маленьким производители предлагают модели, сделанные по принципу прогулочной коляски, с удобной ручкой, большим капюшоном и корзиной для игрушек. Такие велосипеды рассчитаны для детей от года. К примеру, у этой модели даже сиденье можно переставить по ходу или против движения. И что самое главное, все дополнительные детали легко отсоединяются, и прогулочный велосипед превращается в обычный трехколесник. Примерно по такому же принципу сделаны и самокаты-трансформеры. Такой вид детского транспорта вполне может заменить и прогулочный велосипед, и беговел. А по мере взросления ребенка и вовсе трансформироваться в простой самокат. Самый оптимальный вариант для ребенка – это тот самокат, у которого два колеса впереди, одно колесо сзади. Они безопасно ведут себя на дороге, и очень устойчивы и легко управляемы. К слову, цены на летний детский транспорт вполне приемлемые. Стоимость самых простых самокатов чуть больше 1000 рублей. Велосипеды для самых маленьких стоят около 3000. Ну а двухколесный транспорт для школьника обойдется минимум в 6000 рублей. Огромный выбор велосипедов и самокатов для детей любого возраста и по демократичным ценам предлагает магазин детских товаров «Юла». Кроме того, здесь представлен широкий ассортимент игрушек, товаров для новорожденных и детской одежды. Магазин «Юла» находится по адресу Красноярский рабочий, 16, второй этаж.